Привет, дружочки-пирожочки. Сегодня у меня Савитбокс. Мишки-мимишки, смотрим на них. Что за коллекция, что за мишки, что за мимимишки. Ну, я думаю, все знаете прекрасно, что за мишки-мимишки. Это мультфильм, и тут вот серия с мишками. Они тут какие-то королевские. Вау, ничего себе, тут еще что-то должно быть довольно прикольно выглядит, как будто на сцене они отыгрывают лисичка и этот короля, тут какие-то фокусники, тут что-то готовят и играют в футбол. Это что, будет такая диорамка, что ли? Сейчас посмотрим. Так, ну для начала, свитбокс, коробочки, сюрприз, неизвестно какая игрушка появится тут у нас и... Неизвестно, что будет внутри, но что-то из того, что нарисовано сбоку на картинке. А еще здесь должен быть мармеладус, мармелад и игрушка. И вот мы видим, что у нас здесь есть мармелад, вот такая пачечка мармелада. Открываем, оп, и, ой, хотел убежать от меня мармелад. Давайте вот так посмотрим. Ну вот, который как раз хотел убежать, его я съем. Вкусненький. Вкусы разные у мармеладок, но прикольные. Так, ничего себе, вот это пакет большой. Так, и тут, вау, буклет. Часть от диорамы, смотрите. Ничего себе, буклет, валя. Вот какой-то медлительный, неповоротливый, добрый, крот, интеллигент. Вот так, это буквально я, по-моему, я, мое описание. Есть тут подставка, ничего себе, и сама фигурка огромная, просто большая фигурка. Очень классный, посмотрите, он в шляпе и в таких штанишках с такими лямками, как они называются, комбинезон. Фигурку можно поставить на подставку, вот так, и сзади установить вот так вот фон. Фигурка с фоном. Класс! Это очень прикольно. Это здорово. Я хочу еще посмотреть остальных скорее. Распаковываем, что же там будет. Открываем следующую. Мармелад, мы еще к нему вернемся. В конце выпуска, по традиции, обязательно. Следующее, кто у нас это? Это небольшая фигурка. Ого, флакированная. Тот гладкий такой, а этот флакированный, пушистик. Пушистая фигурка. Пушистая фигурка, также подставочка, также фончик есть. Ставим сразу, устанавливаем фон. Он тут держится с помощью таких специальных выступов. И фигурку можно установить. Смотрите, какая прикольная. С ухом, с таким. Ничего себе, класс. И можно сюда вот так вот установить фигурку. И вот она стоит на подставке. И также здесь есть буклетик. Саня. Саня. Ты Саня. Саня. Давайте вот так буду пока ставить туда назад, на фон. Собирать коллекцию. Надеюсь, что соберу, ну и хотя бы парных. Сколько-то попадется. Чтобы совместить их, соединить. Так, следующий пакетик. О, мармелад сразу улетел. Следующая фигурка. Кто попадется? Не повторка. Уже супер. Ого! У нас здесь такая еще с фоном. Еще устанавливаем. И это лисичка. Добрая, спокойная, заботливая, хорошая хозяйка. Обожает угощать друзей пирогами. В данном случае... Королевская. Пока у меня, смотрите, попалось каждого. Каждый попался из своей диорамки. То есть раз, два, три. И будем сейчас искать дополнение. Будем искать сейчас вторые половинки их. Ну, не вторые половинки, а половинки диорам. Ну, вы поняли. Я что хотел сказать. Так, еще мармелад. До свидания. До свидания, а потом мы скажем, как здрасте. Как скажем, здрасте. Так, о! Да? Что-то сейчас соберется у нас. Да! Кеша. Буклетик с Кешей. Кеша. Подставка. И вот такой Кеша король. Кеша королевский с плащом в короне. И сейчас мы соберем
Сейчас мы соберем первую диораму, которая у нас получается готова. Вот так. Сцена. Смотрите, вот так вот соединяем. Хоп. И у нас получается вот такой вот стенд. Очень красивый. Прикольный. С фоном. И на сцене стоят два персонажа из Мишек Мимимишек в роли короля и королевы. Лисичка и Кеша. Ну, это класс. Ну, это класс. Это еще дополнительная тема, чтобы собирать. Вот так прикольно можно было. Интерес к сборке. Так, кто тут? Кто у нас тут? О! И тоже. И вот видите, они парные. И это тоже флокированное, пушистое. Пушистое. Кто это? Соня. Соня. И у нее пирог. И у нее пирог. У Сони пирог. И ее также на фон. Вторая собралась. У нас диорамка уже. И сейчас у нас будет охота за третьей диорамкой. Ну, может быть, мы еще даже и повторную соберем, потому что этих коробочек еще осталось. Так, устанавливаем. Вот так на подставку стоит. Очень уверенно, прикольно. И соединяем. Опа. Вот так соединяем. И они держат вдвоем пирог. Соединяем домик. Вот так. Чтобы на фоне у нас был домик. Их. И они с пирогом стоят. Круто! Здорово! Так, отставляем. И теперь мы ждем вот команду фокусников. Так. Открываем. Смотрим, кто попадется. Мармелад, естественно. Ага, это у нас уже повторка. Повторку пока откладываю. Это у нас снова вот этот крот, интеллектуал или интеллигент. Кто он там? Так. Мармелад. Мы ждем. Да, цыпа или как? Цыпа или не цыпа? Это как зовут-то? Цыпа, точно, буклетик. С цыпой. Домашний питомец Кеши. А я, кстати, думал, что он сам по себе. Вот. Так, устанавливаем. Также фон. Цыпа вот в таком котелке. И они на арене выступают, фокусы показывают. У цыпы тоже тут надо вот попасть. Цыпу. Оп. Попадаем. И устанавливаем. И они тоже на арене. Все. Все у нас есть. Вся коллекция в сборе. Смысла я не вижу распаковывать остальных сегодня. Но вот эти есть. У нас есть вся коллекция собрана, правильно? Все, вся коллекция собрана. А, нет! Четвертка же еще. Я думал, что вся коллекция собрана. Ну, нет, еще. То есть я прям еще даже не очень близок к тому, чтобы собрать. Футболисты же должны быть. Точно! Еще одна флокированная фигурка. Тоже пушистик. Пластик сверху покрытый пушистой такой оболочкой. Тучка! Теперь осталась одна фигурка. Тучка и Кеша. Вот, фигурка. Сверху покрытая таким нанесением специальным, с футбольным мячом. Я думал, что все у меня, а у меня не все. Вот так устанавливаем футбольный мяч. Кеша стоит на подставке, прикольно в форме такой, как будто пиццы, да? И сюда ставим. Где класс? Мне нравится. Получается не просто так, да, фигурки каждой. Так, у меня тут мармелад, между прочим, напоминаю. Сразу все даем. Ням-ням-ням-ням. Мармелад поедаю. Открываю. Коробочки открываю. Мармелад в запасы. Коробочки в припасы. Я уж думал, что всех открою. Так, ну и это... Да-дам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 . Там-т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 ам. Радуюсь. Потому что вот теперь собрал всю коллекцию. Ну ладно, сейчас открою и последнюю коробку, что мы с ним делаем.
Угу, это Кеша. И вот они на футболе. Он стоит как бы на воротах. Опа. И вот у них типа футбольный матч. Кеша. Флокированный тоже. То есть две флокированные и две гладкие. По две. То есть всего четыре. Так, ну и посмотрим, кто у нас тут. Вдруг соберется у меня и тут диарамка. Ну, по-моему, соберется, да? Нет. Там у меня с пирогом вот эти вот ребята. Во, смотрите. Так, последний у нас мармелад. Тоже в упаковке. Его тоже съедаем. Его тоже поедаем. Делаю микс. А, нет, вот я только супер персик себе сделаю. Угу. Супер персиковый. И смотрите, что может получиться, если можно вот так составить. Вообще. Вообще. Театр. Театр, друзья мои. Вы поняли, что это театр? Он собирается в идеальный вот такой вот кружок. И теперь можно вот так вот переставлять. Ну, понятно, они не стыкуются прям так. Театр. Это очень круто. Я считаю, прикольная. Коллекция суперская. Мишки-мишки меня порадовало. Надеюсь, вас тоже было интересно, прикольно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем еще распаковывать свитбокс и всякие вкусняшки, прикольнюшки, игрушки, штучки, дрючки. Пока.